Так, сейчас новый привезут. Вот откручиваю старый. Блин, такого шестигранника у меня нету. Ну, что-то думать. Так, пока такая стоит. Сейчас открутим. Захрипел у меня, короче, этот динамик вчера. Прикол, покрашен он насквозь, он светленький такой. В общем, заявлено 50 ватт, реально 4 Ома 8 ватт. Чё хрипит, понять не могу, надо, короче, разобрать, может, или усилок, или он там порвался. Тут вроде все цело. В общем, разобрал. Все целенько. Сейчас будем смотреть. Ну что вот он так? Грибовушка. Это усолок, наверное. Крепит и все. А понять не могу почему. Только что курьер доставил. Оп. Восемь килограмм, 300 грамм. Так, тут должен быть верхний и нижний дуги. Короче, документация, наверное, а как собирать. Ну, сейчас будем разбираться. Комплектация. Вот это низ, вверх будет. Вот это так и не знаю для чего. Там посмотрим. А металл так добротный. Железо такое. Так, все одно сделал. Но проблема. Вот это мешает. Может потом поставится. Короче, пришлось открутить. Не знаю, что там буду делать. Или сюда их буду. Так, пришлось мордаху снять. Надо вот эту железку укрепить. Да вот сейчас там откручивать. Там здесь ее. Канитель. Так, отмешается, не. Чем такая беда. Так, короче, поковырялся тут. Это сама у меня оторвалась. Ну ничего, сделаем. На стяжке, короче, сделал. Тынь-тынь-тынь. Ну, чтобы так более аккуратно было. И прикол. Вот эти сейчас
не становится, мешает. В общем, нужно или крепления какие-то придумывать сюда отдельно было. В общем, вот потом займусь. Оставил проводки, потом снизу просто подсоединю, чтобы это вот. Ну, будем ковырять дальше. Пока так. Короче, сдох мой китайский плеер этот. Проверял, короче, на ту колонку, на другой канал пихал. Никакого результата, в общем. Убрал я его. Ну и колонки, может, пока оставлю. Хотя, не, надо будет демонтировать. Буду теперь без музыки ездить. Ну, уже получше. Это закрутил, закрутил. Тут потом внизу придется. Сейчас здесь нормуль. Ну, тут все собрал. Теперь с зеркалами проблема. Не могу отрегулировать, болтаются. Открутить надо вот здесь, но не получается. Все, колонки валяются. Ну, место он есть, потом еще лоб, если что, можно поставить. Сейчас вот это сделать.